вам дал чувств. Вы можете любить, вы можете ненавидеть. Это дал нам Бог выбор. И у каждого из нас есть выбор. Каждому из нас сегодня обращается Бог через свое слово. Он говорит, примирись. Он простягает руку любви. Не руку ненависти, а руку любви. Он простягает свою руку, и он готов тебе помочь. Но только одно надо сделать. Принять решение внутри себя, вот здесь. Принять решение следовать за Богом.